Сначала найдите инвестора. Без этого дольщики строительных систем не хотят создавать жилищный кооператив. Об этом они заявили на заседании рабочей группы в правительстве области. Это один из самых проблемных объектов застройщика Алексея Абасова, который находится под арестом. Стройки расположены на улице Новоастраханская и площади Орджоникидзе. Степень готовности нулевая. Но если не создать ЖСК, то привлечь инвестора труднее. Об этом напомнил депутат Госдумы Николай Панков. Он также отметил, что дольщики должны сами сделать выбор, какой путь решения проблемы их устраивает.